Здравствуйте, компания Пошсоюз представляет вашему вниманию универсальный алюминиевый ствол РСК-50. Ручной пожарный ствол является основным средством, с помощью которого можно бороться с возгораниями и пожарами. Данный ствол РСК-50 является универсальным, поэтому позволяет подавать как компактную струю, так и распыленную струю с углом в 70 градусов. На выходном отверстии расположена алюминиевая головка Богданова, что позволяет подсоединить ствол к рукаву. Далее идет крановый механизм, имеющий три положения – перекрытие, компактная струя и распыление. Угол распыления можно регулировать при помощи стволовой насадки. Ствол также имеет крепление для ремешка. Данный ствол полностью сделан из алюминия, его масса 2 кг 700 грамм. Используется с рукавами 51 диаметра, кранового и технического типа.